Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня мы представляем вашему вниманию масло кофе нерафинированное. Обнаружено, что кофе уменьшает возрастные изменения кожи, разглаживая ее, действует как ультрафиолетовый фильтр, защищая от вредного солнечного воздействия. Кофе содержит множество химических веществ. Особенности масла кофе – предотвращение изменений, связанных с ультрафиолетовым излучением и опухоли, как доброкачественные, так и злокачественные. Он также действует в уменьшении и лечении прыщей, обладает тонизирующим эффектом и придает коже эластичность. Хорошо впитывается, не оставляя жирного блеска. Масло кофе уменьшает кожную аллергию и успокаивает кожу. Само не вызывает аллергии. Рекомендуется для изготовления молочка, масла, кремов или какао-основу для массажа. Обладает тонизирующим эффектом и придает коже эластичность, что позволяет использовать его в кремах против прыщей. Наличие в составе кофейных зерен фруктовых кислот предполагает возможность использования кофе в качестве компонента средств для пилинга. Однако концентрация этих кислот невысока. Кофейную гущу иногда используют в качестве скраба. Она обладает разглаживающими действиями, а крупинки молотого кофе выступают в качестве абразива. Считается, что кофейная ванна создает эффект сауны и повышает иммунитет. Вот так выглядит масло кофе. И в такой удобной упаковочке мы отправляем нашим покупателям данное масло. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!